свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Е-е-е-е-е. Мы свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Е-е-е-е-е. Детки, а вы знаете, где мы находимся? Знаем, мы походим на Черемесина. Подождите, а где мы вообще находимся? На пруду. В парке мы находимся. Да. Дети, а давайте вспомним правила поведения в парке. Разбегаться можно? Нет. Нет. Мусор бросать можно? Нет. А кричать? Нет. Нет. И смотрим на своих родителей, да, и на воспитателей, чтобы никуда не потеряться. Хорошо? Да. Хорошо. Если смотри. Да, а можно запросто. Смотрите, что вам интересное. Даю вот эту вот брошюрку. Родителям дайте. Держи. Да, я это Сереже дам. Держи. Детки, скажите, пожалуйста, а что это мы сейчас с вами видим? Смотрите, пойдемте посмотрим. Пойдемте подойдем к водоему поближе. Мы очень близко. Там есть... Стоп! Ребята, смотрите, а что это такое здесь у нас? Что за водоем? Озеро. Озеро? Пруд? Пруд. Скажите, а чем пруд отличается от озера? Тем, что пруд выкопан. Выкопан, потому что он искусственно создан. Его создали кто? Люди. Его люди создали, правильно? Скажите, пожалуйста, а вы каких обитателей пруда знаете? Рыбы. Утки, а еще? Рыбы. Рыбы. Улитки. Улитки. Ребята, скажите, пожалуйста, а уток вы все видели? Да. Да? Скажите, ребятки, скажите мне, пожалуйста, а какая птица похожа на утку? Селезень. Селезень. А теперь посмотрите, у вас на планшетах есть интересное задание. Смотрите, нарисована утка и селезень. Нашли их? Да. Покажите мне, где утка, где селезень. Вот, да. Видно. Вот, вот утка. Как это нет у тебя селезня? Вот он селезень с зеленой головкой. Увидел? Вверху кто у вас? Утка. Утка. А внизу? Селезень. Задание. Ребята, а посмотрите в середине. Мы здесь. Это озеро, да. Мы здесь. Мы здесь. Да. Где вот мы находимся с вами? Около видите? Озера. Да. Давайте поможем утке и селезню встретиться на этом озере. До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. Ура, встретили. Ребята, а вы хотите продолжить прогулку дальше? Да. Ну тогда пойдем. Скалывают роботы, а не человек. До чего дошел прогресс? Труд физически исчез. Да и умственный заменит механический процесс. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы, счастлив человек. Ну пойдемте дальше, ребята. Ребята, скажите, пожалуйста, а где плавают рыбки? Ду-ду-ду.
А еще, ребята, если мы с вами посмотрим, то этот пруд имеет форму восьмиугольника. Смотрите, видите, если мы посчитаем, 8 углов у него. Ну что, ребята, дальше продолжим путешествие? Да! Это итальянский домик, да? Добрей. На земле не найти добрей. Продобрей стриг и брил зверей. После той чудесной стрижки кошки были словно мышки, даже глупые мартышки походили на людей. Все простое. Это все простое не бывает. Ребята, конечно, посмотрите, какое интересное перед нами смотрите, сооружение. Смотрите, что я раньше там... это была беседка увеселительная. Здесь развлекались придворные, отдыхали. Здесь им играли и пели песни птицы, певчие. Певчие птицы это какие? Певчие птицы это какие? Соловей. Сейчас мы потихонечку подойдем и посмотрим, кто сейчас в ней живет. Где-то есть павлин. Где вот с этой стороны просто? Приготовили свои планшеты. Подожди, подержи этот листик. Ребят, на что это похоже? На что похоже? Нет, нет, вот этот не старый, на что подними. На паплю. На морковку, на первую. Это вам будет задание на дом. Вырезать и красиво разукрасить. И принести. Какого цвета первый? Вот это раскрасить. И сделаем с вами красивую аппликацию. Нет, павлин с раскрытым хвостом. Над нами солнце светит, не жизнь, а благодать. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят, что... Ребятишки, подойдите ко мне. Ручки. Посмотрите, какое большое дерево. А я говорю, что это за дерево? Да, похоже на елку. Это из этого семейства. Что это за дерево? Лиственница. Лиственница. Да, посмотрите, какая она большая. В отличие от хвойных... Свои иголочки сбрасывают. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят Афины, войною пошли на Спарту. А я говорю, покинуть хочу. Я в это время года могу помогать птицам. А еще? Когда им трудно? Зимой. По горсточке все взяли? По горсточке. Горсточку взяли. Все по горсточке. За нас в ответе давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы... На, Саша, не слушай задание. Да. А ты учился? Я еще нет. Я был там педагогом, а есть. Посмотрите, каких птичек вы видите. Так, внизу птичек, каких видите? Называйте, называйте. Синичку увидели, еще кого? Воробья! А еще? Подождите, слушайте задание. Сороку, еще кого? Самая большая. Самая большая. Сороку, а еще самая большая? Самая большая, ворона. Ворона. А посмотрите, что у вас еще нарисовано над птичками. Вверху. Кормушки. Соедините линии маленьких птичек с маленькими кормушками, с маленькой кормушкой. А больших птичек с большой кормушкой, ну, да, куда да. они поместятся. Куда подует ветер, туда и облака по руслу протекает.
жили,